Наша ретикулярная формация играет роль поисковика в этом реальном мире. В этом реальном мире очень много разнообразий. Мы не все даже воспринимаем, потому что она отсеивает, как в воронку через таламус, эти сигналы сенсорики этого реального мира. И мы получаем, ну, очень маленькую толику, доли процента сенсорных сигналов из этого реального мира. Наверное, это хорошо. Но вы иногда часто генерализируете какие-то сигналы, а эти сигналы бывают часто негативны. И генерализируя негативные внешние или сигналы из организма, вы создаете в неокортексе какие-то шаблоны, кинотеатры, где ужастики и страхи смерти, и вы, активировав эти участки в коре головного мозга, просматриваете эти ужастики, ретикулярная формация опять получает запрос на негатив, и все зациклилось. Пора рвать цепочку.